1 800 000 вопросов. Сегодня прямая линия с Владимиром Путиным. Формат новый с президентом России. На связи главы регионов и члены правительства, чтобы в онлайн-режиме сразу же давать им поручения. Еще одно новшество – акцент на вопросы с мест, а не из студии. Лишать нетрезвых водителей прав на 2 года. Рассмотреть такую возможность предложила республиканская ГИБДД. Сегодня в Чистополе прошло выездное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Из бараков в современный дом. Сегодня в поселке Высокая гора в новой квартире заселились 24 семьи. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, участники программы социальной ипотеки и переселенцы из аварийного жилья.